Друзья, всем привет! Сегодня классная новость. Контент и без того писался на GoPro на седьмую, ну, основная часть. Понятно, что какие-то проекты, там и зеркалка присутствует. Но я вообще работаю с камерами только GoPro. Я попробовал Sony когда-то купил, но не зашла она мне. И в течение там 14 дней можно было покупку эту сдать, и я ее сдал. Сегодня классная вообще для меня новость, я ее очень давно ждал, эту камеру. Вышла крайне самая топовая GoPro Hero 9 Black. Я сегодня ее приобрел, у нас сейчас будет опять обзор распаковочек. Погнали. Камера, короче, стоит 5990 рублей, но в М-видео была акция, и я ее взял за 41990. Но путем каких-то небольших манипуляций мы с менеджером в М-видео сделали определенную штуковину, и еще мне на карту вернется там порядка 4200-4700 рублей бонусами. Значит, девяточка продается вот в таком вот уже боксике. Значит, что мы здесь имеем? 20-мегапиксельную камеру. Видео, ребят, можно уже снимать в качестве 5К. Не 4 даже, а 5. При 30 секундах. И 4К при 60. Так, также самое у нас осталась водонепроницаемость. На глубину до 10 метров без бокса. Голосовой, естественно, набор, 8 ускорения, 3.1 таймлап уже идет. Ну, в принципе, осталось все тоже улучшенная стабилизация. Я, если честно, там очень много разных всяких новинок, о которых я еще сам пока не знаю. Поэтому давайте вместе с вами будем открывать, смотреть, пробовать. Вот такой вот кейсик идет GoPro-шный. Оригинальный. И девяточка. Оп. Я перешагнул, кстати, модельку. Сейчас вот запись ведем на 7 Black. Тоже, кстати, очень классная топовая камера, которая реально выручает, у которой хорошие аккумуляторы. Она в темноте более-менее снимает. Она стресса, удара стойкая. Мороза стойкая, но, сами понимаете, флагман девятка победила. Посмотрите, сразу вот обращаю внимание, очень толстый аккумулятор. Читал я уже отзывы, девяточка уже у нас начала продаваться, по-моему, сентября месяца с 20-го, насколько я помню. И по отзывам, вот этот толстый аккумулятор, кстати, у аккумулятора в два раза толще, чем на семерке. По отзывам уже пишут блогеры, что... Реально просто офигенная камера, что, ну, блин, не ожидали даже того, что она делает. Ну и также у нас аккумулятор в комплекте. Один, кстати. Крепежечки. Это такая овальная на шлем там или на что-то, на овальную поверхность. Это у нас элемент крепления в комплекте идет с этим, с винтом. Тут можно было... Блин, достать не могу. Чтобы можно было крепить камеру. То есть приклеивается эта штучка на какую-то поверхность, и уже вот на этой застежке устанавливается камера, и она вставляется сюда. Ну, стандартный так называемый набор. Здесь вот такая сеточка. Кстати, я так понял, это можно убрать и... саму камеру уже здесь и зарядки использовать вот в этом кейсе, в этом боксе. Здесь у нас, я так понимаю, инструкция идет. Да. Благодарим, что вы купили. Объяснительная такая, наклейки GoPro-шки идут, и инструкция на русском, на английском языке. Ну и, собственно, стало время с самой камерой. Блин, ребят, вообще бомба. Она, конечно, больше размером намного. Давайте прямо сейчас посмотрим. Во-первых, экран стал больше.
вот этот маленький дополнительный, и он тоже цветной, как я помню. И экран этот стал больше намного. Увеличились, как я сказал, пиксели, и уже крепежка идет. Если на 7-й модели, то есть все равно камеру нужно было хотя бы в узкие боксы ложить, чтобы с креплениями их использовать, то здесь уже вот эти лапки выдвигаются. Они, кстати, на магнитах, я так понял. Лапки выдвигаются и уже крепится вот так вот за лапки. И если не нужно, то крепеж этот вот так убирается. Блин, вообще. Ну, она по размерам реально больше. Я думаю, сейчас будут очень интересные, очень классные картинки. Во-первых, я уверен, что будет офигительный звук. Офигительное будет ночное видение. Потому что, ну, девятка, она на сегодняшний день топ. И, сами понимаете, лидер по всей линейке GoPro. И даже если ее сравнивать с Сонькой, то... Так, крепежка. Да, включение кнопки у меня было здесь. Сейчас здесь. Также раз микрофон. Блин, а что, один только что ли микрофон? Короче, буду разбираться. Суть видео просто распаковка. И хотел бы с вами поделиться именно английский язык. Втыкаем русский, она полностью русифицированная. Хотел просто поделиться с вами тем, что сбылась мечта идиота. Так, фиксируйте место съемки. Короче, ждите офигительный контент на девяточку. Ну, и тяжелее, соответственно. Блин, вообще кайф. Короче, сейчас будет интересный, годный контент на реально обновленную, профессиональную, хорошую камеру. Всем спасибо за просмотр. Давайте увидимся. Обязательно что-то на нее поснимаю. Уточню, что это уже девятка пошла. Я думаю, многие подписчики, кто меня смотрит постоянно, заценят именно картинку с девятки. Ребят, все ради вас. Все для вас. Вот эта покупка очередная для того, чтобы делать красивый, годный, интересный контент. Увидимся. Подписывайтесь на канал, кто не подписался еще. Для вас ерунда, а для меня это очень сильно значимая тема. Пишите свои комментарии, врубайте обязательно колокол. Давайте всем удачи, пока.